Всем привет! Самые свежие и лучшие новости Дома-2 на 6 дней раньше эфиров. Подписывайтесь на мой канал и оставляйте ваши комментарии и лайки. Оля Жемчугова уже на поляне. Размер груди у девушки 2,5. Однако на полное восстановление понадобится целых 3 месяца. Вчера на Доме 2 прошла вечеринка. Приезжала певица Ирина Дубцова. Ребята были очень рады и плясали до утра. Александра Гозия все-таки нашла в телефоне у Кости Иванова переписку с одной из бывших. «Но все равно у нас любовь», — сообщила Александра. Федя и Кристина наконец-то помирились. Ребята услышали друг друга и нашли компромисс. Дмитрий Дмитренко отказался от Ольги Райской и вернулся к Ольге Рапунцель. Райская в шоке, не знает, стоит ли ей возвращаться обратно на проект. А Рапунцель ликует и не спешит подпускать к себе предателя Диму, требуя, чтобы он заново ее добивался. Элла и Игорь Трегубенко вчера еще раз поженились на Сейшельских островах. У Андрея Черкасова и Стеллы все прекрасно. Вот как надо готовиться к «Человек года». Пара Насти Волынец и Богдана Бобрика рушится. Ольга Бузова предложила Насте подумать над тем, чтобы завести общего ребенка. Сегодня на поляну приезжала Наталья Бичан. Начали разучивать зажигательный танец. Теперь у ребят будут проходить тренировки 3 раза в неделю. Денис Козлович поделился, что у них с Бичан сейчас полный игнор. После танцев мы с Натальей перестали общаться. А как дальше будут складываться рабочие отношения у этой пары, скоро узнаем. Андрей Чуев вчера был в ударе. Вначале заявил, что они с Мариной едут в ЗАГС. Затем заявил, что у Марины Африкантовой маленький бюст. Сильно поругался с Татьяной Владимировной. Облил ее и Марину молоком. Кидался в них печеньем. Целовался на глазах у Марины с кем-то из участниц Дома-2. А в завершении заявил, что история с деньгами была придумана для пиара. И семья Африкантовых с удовольствием подписалась под это. А все началось из-за того, что на проекте поднялась тема, что Весам и Таня Киоси расстались, и Марину с Андреем вызвали на тет-а-тет, потому что именно Татьяна Владимировна как раз и подняла эту тему. Андрей Чуев, узнав о том, что мама Марины распускает такие слухи о его бывшей жене, взорвался и послал Африкантовых на 3 буквы. После всего Марина Африкантова поставила точку в отношениях с Андреем. А сегодня Влад Кадони, сидя на тете с Мариной, позвонил Андрею. У ребят состоялся непростой разговор, в котором Андрей признался, что грустит от того, что натворил вчера. Чуеву обидно, что его девушка во всем слушает свою маму, а маме, в свою очередь, плевать на просьбы Андрея оставить в покое семью его бывшей жены. Что ответила Марина, возможно ли примирение? Ждите дальнейших новостей. На сегодня это все новости Дома-2. Спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на мой канал.